дорогая моя Машенька. Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько осознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. Самая первая из них – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Снегами землю, которую мы открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Монтигома ястребиный коготь. Ножик. Что ты бараном блеешь? Да ты вообще, похоже, только мычать умеешь. Ты же не мой. Так и не проболтаешься, значит, никогда. Мальчишку, стой, да уж не ты ли давеча убег с окружной тюрьмы? Что же ты, прохожий, так кричишь-то? Ну-ну-ну, не слишком. Был бы ты целей, был бы ты живей, если бы ты тоже был немым. We'll be right back.
дыма, но ветер дунет, и все изменится. Море то тише мыши, то выше крыши, зальет волну. Шире молчит и ленится, штормы рычит и пенится. Белый своих барашков сгоняя в северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет лесной морожкой. Город пропах прохожий, сырой кожей и молоком. Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою, хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Жаба! Все, что не дозагружено, будем грузить до ужина. Чтобы заметить стрелу и утром марш, отправить в море, а наше море не слышит горя, лишь перекочет, да там не мочит. Пулин подхочет, и знать не хочет про наши белые на берегу. Ну да чего же народ кругом пошел жестокий и обозленный. Всей нашей жизни цена беда, того гляди, налетишь на нож. Сегодня утром за бочагом пырнули ножиком почтальона. Убили малого просто так. Убили малого не за грош. Какой кошмар, и куда же только гремит полиция. Мульну. Давно пора назвать тюрьму. Всех паразитов и всю шпану. Эй, Саня, иди поближе. Чего надулся, садись покушать. Бабы, вы что, сорохи? Гляди, немого перепугали. Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочагами. Там ходят лихие люди, ножами машут, рожден сломать. А наш хозяин шутить не любит, а наше дело лишь его ловить. Что утром маршу отправить в море, а наше море не слышит горя. Пулит хохочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, оттуда ветер. Море невинным зверем лежит под солнцем и веником. Ветер сегодня ленится, ночи по день греется. Ветер в ушах воет, и денег светит, и он стоит. Боятся горя, боятся бури, покуда море глаза зажмурят. И невинным зверем облегший берег лежит под солнцем у нашего. Не станет, нельзя опаздывать к нему. Багаж пути носильщик нанят, еще мгновение не ганет все наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, разлуки час, прощальный час. Московский скорый ждать не станет. А море манит, море тянет. Прийти сюда в последний раз. Чтоб снова, как прежде, бессмысленной надежде святую Марию высматривать вдали и про.
Скажите, Маша, что столица поможет высохнуть слеза. Пора с небес уже спуститься, с Иваном Павлычем проститься и отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе начать еще одну главу. Экспресс не терпит опозданий. Прощайте, друг мой. До свидания. Переезжайте к нам в Москву. Приеду, приеду, чтоб снова стать соседом, чтоб снова стать тенью у ваших ног в Москве, быть другом и не более. Не зная, что за роль, отведенный судьбою, нам в следующей главе. Вас тут будет Иван Григорьев. Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да. Значит, узнаешь очень хорошо. Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, ты еще и туп. Ладно, душегуб, давай, пошел. Еще за сосунок. Это Григорьев сынок. Он от рождения словом вымолвить не умеет. Ежели он сообщить нам чего-то имеет, пусть для начала разучит по-русски хоть пару слов. Смилуйтесь, погодите, я, что вы не родитель. Полноте ваше благородие, не шутите, так поступать негоже. Эдак не дай то божь, не без чего народ артельный подумать может. Вот он, между прочим, старший среди рабочих. Вы его наели, дело честным людей порочить. Да, он честным оказался, сам в злодействе расписался. Вырезал буквами кривыми на ноже собственное имя. Где ты его оставил, ну-ка припомнишь, может, где и когда ты оставил свой меченый ножик. Метил я его, чтоб был приметней, да вот жаль на медни, где-то обронил, да не помню где. Верно обронил, но не на медни, а сегодня ночью ты его забыл, я напомню где. Там у почтальона в животе. Не может, этого быть не может. Вы же слыхали сами, как он признал свой ножик. Да, этого быть не может. Хватит вам, разойдитесь. Вы уж там ваше благородие, разделитесь. Вы уж не сердитесь, грамотно и не шибко. Но по всему выходит, произошла ошибка. Thank you.
Эй, капитан, держись. Чего ты так раскис? Надулся пузырем и смотришь так сурово. Что за беда стряслась? Не бойся, поделись. Скажи хоть что-нибудь, скажи хотя бы слово. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, ну слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов пред бурей сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ. Простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Запомнил. Змея на забой, кто заплачет?
Братцы, твоя оставляет тебя против всех одна. Но выживай на других, не рассчитывая. У тебя больше нет никого, на других не рассчитывая. У тебя больше нет никого. Как аптекарская пиявка. Это я не помните, вы не глядите на лохмотья.
архангельске я был тогда такой малявкой. Неужели вы меня совсем-совсем не узнаете? Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. О, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Не может быть. Заговорил, заговорил, ах, капитан, ты тут, не ждал увидеть слова. Давай, скажи хоть, как тебя зовут. Николай Антонович, мы должны помочь ему, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, скажи хотя бы слово. Благодарю, охотно верю, горестных подробностей не надо. Лучше передадим его скорее на руки заведующему складом. Там его оденут и обуют, дабы не ослышались его, беру я. Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале воруя. Мы учителя в долгу перед детьми, ты подожди нас чуть-чуть. Да, я педагог, и мне понятно жгучее желание помочь всем сразу. Но мне чрезвычайно неприятно брать детей без направления на робраза. Вы же только за нынешнюю осень привели таких, как он, примерно 8. Можно так вести себя учителя школы коммуны, мы спросим и ответим твердо, без обиняков. Вы извините, нельзя. Если кто тебя немножечко куснет, здесь у Жукова под койкой волжа и землеройка. Новичка всегда кусают, как засинят. Слушай, ромашку, он не то еще загнет. Ты зверей моих не бойся, не съедят, не беспокойся. Хочешь выше, сдвинь кровать на 2 шага. А я и так не беспокоюсь, я отсюда завтра смоюсь. До утра пересижу и на юга. Ну и дурак, не соображаешь нифига. Тут и тепло, и уют, тут и харчи, и нету мошей. Тут в самолетном кружке мы мастерим аэроплан. Тут и обувку дают, и коллектив, тьфу-тьфу, хороший. Короче, меняй свой план. Уй ты, сумка мировая. Эй, махнемся на мою. От сердца отрываю. Не продашь? Не продаю. Сколько писем, полагаю, все любовные они. Милый друг мой, дорогая моя Машенька. Верни. Что еще за Николай? Не соперник ли? Отдай! Ой-ой-ой, какие страсти! Ромашов, кончай бузу! Не хватало вместо здрасти вам фингалов на глазу! Когда-то не дошли до адресата мой единственный архангельский багаж. Я читать
по ним учился, был немым и излечился. Я их знаю наизусть, как отче наш. Тут я чувствую, ты сумку не продашь. Учат здесь факультативно. Парле вы Франция. Не хочешь, не парле. Мы вообще тут, между прочим, что захочем, то и мочим. Тут права у нас даны любой сопле. Жалко, девчонки, все живут в другом крыле. Здесь на ужин тетя Лаша варит ячневую кашу. Харч отменный, а не хватит, поделюсь. Слышь, Григорьев, не ломайся, оставайся, 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 Oh.
директор школы. Знаешь? Нет, тетя Глаш. Сейчас напишу. Он, уходя, оставил свой лактометр. Снесешь ему. О, чегометр. Лактометр. Прибор такой. Какой прибор? Прибор для измерения процента жира в молоке. Процента жира? А в снегу? Чего в снегу? Ну сколько жира в нем намерить можно? Жир в снегу. Да, ведь снег же белый, как молоко. Ой, не могу. Помрешь с тобой, Григорьев. Не ученик, а горе. Беги уже, да не разбей. А? Бегу! Бегу! Эй! Палыч, вот так сюрприз. Машенька, милая, сделайте чаю. Мы посидим, попьем, поболтаем. Можем достать парадный сервиз. Боже, какой букет роскошный. В марте один цветок, миллиона полтора. Прошу простить, пожалуй, мне пора. Что вы, куда вы, чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей.
Фу. Я вас не понимаю. А, видимо, придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани моветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. И в ожидании дурных вестей должна я скрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю. И правда непонятно. Не знаю и сама я, как выбраться обратно. В Архангельск нет возврата, и я как приживалка. У мужененного брата 6 лет под замком. Ах, боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовав собой, вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, чтобы наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и смог бы снова вас обнять? Кто ради этого святого дня так много отдал сил? И так мечтал, чтобы этот день не наступил. Где ты, как испачка? Нигде! А это что значит? Это Саня, он тут и при чем? Все по-другому было! Это не она, тут целиком моя вина. И это я его разбила, на самом деле. Все это вранье! Да вы не слушайте ее, простите, я его разбила! Нет, это я его разбила, это я, это я! Мы не хотели. Мир прямо-таки полон доброхотов. Вот они стоят, потупив очи долу. Вот кому я помог найти работу. Вот кого противу правил принял в школу. Вот что я получил за все, за это. Все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да, неблагодарность, это-то и есть первопричина всех бед. Вот кого я пригрел неосторожно, вот кому, увы, поверил так легко я. Вы хамелеон! Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, вы удивительный феномен, скромен и одновременно вероломен. Можно ли после этого переносить ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим! Раз. Ты извини, что я подых. Да ну, спасибо, что не в глаз. Эй, Григорьев, добрый вечер. Валь, смотри, какая встреча. Тут на нас с тобой уже и не глядят. Извини, что помешали. Познакомься, это Валя. Ромашов. Екатерина. Очень рад. Будем дружить. А это что за засад? Это Валькина подружка на какую-то лягушку. Этот псих потратил целый миллион. Что за ящерка смешная? Я и сам не очень знаю. Продавали, говорят, хамелеон. Кто? Только не взрослый, а пока что эмбрион.
Ленинградская, не какой-нибудь приют, а шестая городская, где друзей не предают. Мы возьмем с собой из детства наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш лошкобет и наш гремучий газ, пара лягушек и копилку про запас. Капитаны собственной судьбы, это нас орёт сигнал трубы, это нам поднимать якоря и над морем поля. Пронести через года, не предаваться и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, сквозь года простая. Но 13 месяцев в году, знай, что я и в обиду не дам, никому не уверяю, земля меняет климат, и с каждым годом зимы теплее чуток. Чесналька наколдует, сразу станет сыро. Я вам рекомендую мою подругу Киру. Земля меняет климат. Да. Ну раз такое дело, пока не потеплело, айда на каток. Есть одно русское средство, дуба не дать декабре. Нужно мороженым бред. Наш народ не победим. Минус 31. Мы сообразим, как согреться все эти дни. Тем, что кручем, мороз не торчем. Папа, потому что мы свалим и греем. Папа, потому что родной, но на одной, то друг. Но усердно топочем обрем. Всеобщий закон, на морозе с друзьями теплее.
ученые считают, что неостановимо все льды планеты тают. Земля весне навстречу несется по орбите. Вы только посмотрите, как нам повезло. Погода мировая и лед такой хороший. Коньки не согревают, сейчас я их отброшу. Я всех вас приглашаю к себе на чашку чая. Конфет не обещаю, но будет тепло. Тучи опять наползают, белой метелью грозя. И вода залезает, зимний нельзя. Но забыты. Кому скажи, сочтут враньем, не на картинке, а живьем. Морские ли звезды, и ежи, и трилобиты. Наш дом открыт для всех друзей. У вас не дом, а дом-музей. Вот здесь Триас, а здесь Ордовик с позднею юрой. Важный капитан, он был герой, да-да, он был герой, он был герой. Постигаю, откуда столько злости? А вы не поймете, хоть голову сверните. Ребята, извините, пройдемте ко мне. Thank you.
терпеть. Там, где нужно покорно смолчать, начинаю кипеть, начинаю дерзить сгоряча. Но попробуй сдержись, если весь этот дом через край переполнен стыдом, многотонным стыдом тяжелее свинца. Дом, в котором поругана память отца. Шел всю жизнь он единственным курсом вперед, ни врагов не страшась, ни трудов, чтоб прорваться в кольцо за полярный широт. Исчез безо всяких следов. Где-то в морозном краю, таком немилосердном к его кораблю, не уберег он святую Марию свою. Не может быть! Я помню строки из письма от капитана этой шхуны. Не может быть! Ромашка, ты ж его читал. Ну вспомни, ты ко мне пристал в тот день, как я попал в коммуну. Не может быть! Но я тебе еще в тот раз чуть было не заехал в глаз. А да, теперь припоминаю. Такой зелененький конверт. Сначала Машеньке привет, а дальше шло про Николая. Где это письмо? Да в нашей спальне, в старой моей сумке. Реально! Сейчас я принесу. Ждете сами. Стой, пойдем со мной, расскажешь маме. Не может быть. Может быть. Это правда? Ну да. Неужели нашлось? Боже мой, неужели нашлось? Я сейчас принесу. Не сюда, не сюда. А куда? А куда? Кораблеву домой. Хотел умыться, порошок искал зубной. Вот одна, а где вторая? Ты же помнишь, было две. Я вообще не понимаю, разве можно бить по голове? Отдай, убью. Чего ты, чего ты, чего? Отдай. Ты что, не брал мне письмо твоего? Да как ты мог подумать подобную гнусь? Дружбой клянусь.
там не закончена строка, и нету целого куска, там просто нет второй страницы. Она была, но вот беда, я не могу понять, куда она могла запропаститься. Куда ж я мог ее девать? Там было горько создавать, чтоб все могло бы быть иначе. Да так и было, я клянусь, да-да, я помню наизусть. Там дальше шло про неудачи. Неудачи преследовали нас. И самая первая из них – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Да, Николаю, молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж Святой Марии! Нет, это невообразимо! Ты что-то путаешь? Да нет! И подпись вроде псевдонима. Сейчас я вспомню. Монгатима! Как Монгатима? Что за бред? Нет, это имя мне знакомо. Лишь буквы путаете вы. Его звала я Монтигома. И это знали лишь вдвоем мы. Тебе я верю. Да, увы. Саня, что ты натворил? Уж лучше б ты остался нем. Каким жестоким оказался час, что столько лет она ждала. А что, я правду говорил? Зачем темница? А затем, что Николай Антонович как раз тот самый Николай. Так вот, кто этот Николай. Ну что ж, тем хуже для него. Марья Васильевна теперь поймет, что он предатель, а не друг. Боюсь, она уж поняла. Видать, не знаешь ты того, что Николай Антонович уж год ее супруг. Ее супруг. Почему
густой пеленой. Черный пепел окутал весь шар земной. Свет померк, и спасения нет. И лекарство, что помогло бы выжить в этом черном снегу. Я в домашней аптечке найти не смогу. В душе моей холодный снежный ком, но греюсь я последним угольком. Едва, едва. Прощенья нет ошибки роковой. Не вправе я считать себя живой. Есть на полках домашних аптек порошки, бальзамы и мази, и настой целебной травы. От волнений, от сердца и головы. Но когда почернел белый снег и небесный завод рухнул на земь, и трясиной сделалась дверь, остается лишь это средство. Только что сказали. Неужто это правда?
Но как же так? Но как же так? Но как же так могло случиться? Как же так могло случиться? Кто нам это говорит? Тот, чей яд еще сочится, чей цинизм столь не прикрыт. Нам как раз не доставало видеть здесь клеветника, чье раздвоенное сало нанесло удар наверняка. Да как ты смел сегодня войти в этот дом, где боль, где смерть, где рана еще так свежа? Ведь ты, как пруд, придуманным этим письмом, ее убил одной клеветой без ножа. Нет, доступно пониманию, для чего ты ей внушал, что повинен я в деяниях, коих я не совершал. Лишь единственный свидетель есть, чей суд я признаю, тот, кого уж нет на свете, кто во льдах закончил жизнь свою. Нет, клянусь, оно так и было в письме. А где письмо? Ведь нет ничего, кроме лжи. Убил, убил. Пожалуйста, Катя, ведь ты-то мне веришь, скажи. Не сумел я спасти, потому что нем был, как рыба. А теперь сказал все, что знал, но уж лучше был бы, как прежде, нем. Только правда, лишь правда в чести. Нет уж, сыт по горло, спасибо. Вот он, правды, страшный финал. И кому это нужно, кому, зачем? Ради отца и Кати,
должен я разыскать их. Клянусь, что экспедицию пропавшую найду. Пусть не скончаем шторм, пусть не посильный труд, я никогда ни за что не изменю маршрут. Пускай безмолвие льда, пускай пожарище дым, я ни за что никогда не стану вновь немым. Жить, значит жить сгорая, а не бочком да с краю. Если тебя порают, нельзя спускать, если тебя задело, это уже